Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, и вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорное прохождение с Михаилом и только». Это у нас продолжение прохождения визуальной новеллы «Love Money Rock'n'Roll» или «Bob Деньги Rock'n'Roll». По счету 25 эпизод, в котором мы продолжаем двигаться третьей четырех концовок арки Кэтрин. Так. Так. И наконец, после стука в дверь, я услышал знакомый голос. Голос Химицу. Никак он, я знаю, что ты там. Никак он, открой, нам надо поговорить. Дом был новым, и полы в квартире не скрипели. Я бесшумно подошел к входной двери и прильнул к глазку. С другой стороны стоял Химицу. Показалась на первый взгляд одна. Старическая дверь внушала доверие, да и вряд ли кто-то среди белого дня будет пытаться ее взломать. Как ты узнала, что я здесь? Никак он, открой, пожалуйста, мне страшно. Я не открою, пока ты не объяснишь, что происходит. Да я вообще открывать не собирался. Папа сказал, где ты, и попросил тебе передать вот это. Она поднесла к глазку папку с бумагами. Там доказательство, что твоих родителей убили по заказу Винтерсан. Ну да, конечно. Это правда. Молилась Химицу. Никак он, папа хочет защитить тебя. И того человека он, если бы и не папа, она не смогла подобрать то же слово и в итоге просто расплакалась. 5 секунд назад я был уверен, что не пущу ее ни при каких обстоятельствах, но коридор просматривался достаточно хорошо. Вряд ли кто-то успеет ворваться в квартиру за те пару секунд, которые понадобятся, чтобы открыть дверь, затащить Химицу внутрь и вновь закрыться на все замки. Почему твой отец сам не пришел? Медленно произнес я, чтобы усилить эффект неожиданности, и резким движением распахнул дверь. Химицу оказалась внутри, но в коридоре было по-прежнему тихо. Похоже, она действительно пришла одна. И вернулся в гостиную и сел на диван. Она вошла следом, осмотрелась и уставилась на меня своими огромными зелеными глазами, крепко прижимая папу к груди. Я не знаю, что твоему отцу мне нужно, но он похитил Кэтрин. Пока она не будет в безопасности, говорить нам не о чем. Конечно, мне было интересно, что в папке, но я решил до конца выдержать свою линию. Никак он, с Кэти все хорошо, там ей даже безопаснее, чем с этой женщиной. С этой женщиной, ухнул я. Ты вообще-то говоришь о ее матери, в какой же логике я могу заявить, что тебе небезопасно свита? Они пытаются убедить меня в своей честности. Был Винтерс, Ито, Химицу от имени Ито, Майкл. Хотя почему я так слепо доверился миссис Винтерс? Я слепо уверовал, что у меня не осталось выбора, что простой школьник не сможет тягаться с корпорацией. Была ли эта стратегия действительно единственная или просто самая удобная? Я покосился на папку в руках Химицу. Вот, она заметила и протянула ее мне. Сомневался я недолго, чего уж сейчас-то включать заднюю. В папке оказалось много гербовых листов с текстом на английском. Протоколы, слежки, различные доклады, стенограммы о совещании, приказы, служебные записки и тому подобное. У многих внизу стояла подпись матери Кэтрин. Пока я читал, Химицу стояла как истукан. Информации было много, но общий посыл понятен. Кирилл Винтерс была в курсе слежки за родителями, более того, руководил ей. По всем документам они приходили как советские шпионы. Зачем тогда допускать шпионов к работе над проектом? И какой вывод должен я сделать из этого, по вашему мнению? Я кое-как затолкал бумаги обратно в папку и бросил ее на стол. Никак он. Он наконец дрогнул и с трудом опустился на стол. Могу никак в толк взять, чего вы с отцом добиваетесь, но если бы она хотела мне навредить, то давно бы уже это сделала. Той же батя, размахивая пистолетом, был менее убедителен, ты уж извини. Да и почему я? Я ничего не знаю, у меня нет никаких нужных документов или информации. Я что, медом намазан? Никак он, ты же не думаешь, что я... Я не дал ей закончить. Я уже не знаю, что думать, солнце. Не ты ли на днях устроил сына у меня на крыльце? Конечно, я благодарен в какой-то степени. Теперь знаю, мог сказать отцом, но... Не хватало воздуха, пришлось сделать глубокий вдох. Я не виню в этом Кэтрин. Она вообще ничем не виновата. Ни в том, что случился выкидыш, ни в том, что у нее такая мать. И ты не виновата в грехах своего отца. Мецунов разрыдалась.
Я уже сам был готов заплакать за компанию. Все получилось так, что получилось. Сейчас я просто хочу спасти девушку, которую люблю, и не уверен, что твой отец собирается мне в этом помогать. Тем более, что это именно он ее и похитил. И вообще он хочет добиться, прислать себе сюда. Мицу опустила голову низко-низко, словно на исповеди. Никак она сделала все, что могла. Несла она не своим голосом. Это был Дио. Ты могла бы пытаться как-то повлиять на Сватца. Вдруг он наконец прекратит использовать виновных, чтобы добиваться своих сомнительных целей. В прихожей послышался лязг ключей. Я замер, и Химица подняла голову и испуганно посмотрела на меня. Николай? Я никак не ожидал, что миссис Винтерс вернется так рано. Впрочем, с такой стати сегодня все должно быть точно так же, как и вчера. Она разулась, вошла в гостиную и остановилась с выражением искреннего удивления на лице. «Ибо гости? Девчонка Ита?» Конец пренебрежительно пронесла, бросила она. «Миссис Винтерс, имеет ступенчем. Только не вообще защищать ее после всего, что она сделала. Что ты мне дальше доверять Шерил Винтерс после прочитанного?» Понятно, что на ее совести достаточно грехов, она никогда не пыталась убедить меня в обратном, но бумаги Химицу говорили сами за себя. Честно, эмоциях мне сложно сделать правильные выводы, но интуиция подсказывает, что эта женщина способна не на такое. Как только наглости хватило сюда прийти. Простите. Инстинктивно мне хотелось вступиться за Химицу, но голос уставшего разума настойчиво требовал не доверять вообще никому. Ага, выбор дается. Так, так, давай-ка сохраним в этом месте. Так, 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 сейчас посмотрим. По-моему, что у нас вообще приведет на этот выбор. Той концовки, которую мы хотим. Так, и дай-ка пока я... Ясно. Ладно, в общем, у нас дается два выбора. Так. Первый выбор, он отнимает очки. Проблеет на то, что мы можем какой-то сконцов получить этого. Это арки Кэтрин. Первый выбор. Если же, если промолчать просто, то очки так остаются, сколько до этого было уже набрано, так что... У нас, по-моему, было уже набрано, должно было 7 очков, так что... Если мы, конечно, выберем вступиться за Химицу, то потеряем 1 очко у нас где-то. Значит, не приведет это к той концовке, которую мы хотим. Значит, в общем-то, сделаем выбор промолчать. Может, потом посмотреть все-таки? Потом. Подожди, нет, помню. Это выбор, к чему они там приведут. Ради интереса. В общем, пока что промолчим. Это не Химица, но... Простите. Она всплеснула руками и весь сильно ухмыльнулась. Даже странно, что это не додумался, собственно, лично заявиться. Хороший папаша. Вряд ли миссис Винтерс мама может претендовать на звание родитель года. И хуже вас, вот этих документах много всего интересного. О том, чтобы мне забыли рассказать. Я взял папку и помахал ей в воздухе. Пример про то, что вы подписывали протоколы слежки за моими родителями. Не знаю, чего он хочет добиться этой макулатурой. Спросила в ответ миссис Винтер, словно ждала от меня подобных упреков. А ведь действительно, чего? Все или почти все знакомые как будто деньги поставили на то, что я им поверю. И что дальше? Спросилась она ко мне. Я не знаю, в этих документах много такого. Ты наверняка свято веришь, что твои родители безгрешны. Хотя ладно, сейчас речь не об этом. Тебе нужно уйти. Верила на Химицу презрительным взглядом. Извините. Пролепетала Химицу, практически выбежала из квартиры, оставив дверь нараспашку. Все получилось несколько не так, как я планировала. А как вы планировали, миссис Винтерс? Я наконец пришел в себя, и жгучее чувство стыда за то, что не вступился за Химицу, вдруг пронзило меня насквозь. Чтобы Кэтрин похитили японцы, пока вы будете доказывать мне, что все в порядке. Она решфыркнула в ответ и ушла на кухню. Конечно, информацию о документах, которые принесла Химицу, нельзя было игнорировать, но почему-то мое отношение к Шерил Винтерс особо не изменило. Возможно, причина в том, что то были дела прошлые, а Кэтрин все еще жива. И вновь сел на диван и уставился на помятую папку с бумагами. Не знаю, до какой степени интегрированные в ЦРУ, японская разведка и Кобаяши Корпорейшн, но если подумать, довольно странно, что это оказались документы американских спецслужб. Вряд ли ему за это выразят благодарность. Тогда зачем идти на такой риск ради меня?
Миссис Винтерс вернулась в гостиную, держа в руках чашку кофе. Все пьют кофе. Литрами, галлонами даже. По 5-10 чашек в день. Никогда не понимал, что люди в нем находят. Тот же самый наркотик, по сути. Она некоторое время смотрела на меня, как на идиота, затем сделала глоток, вздохнула. Ты можешь думать все, что хочешь, но Кэтрин в любом случае ни в чем не виновата. Она никак не связана с моей работой и ничего не знала о том, что мне приходилось делать. Я промолчал. Кажется, миссис Винтерс неправильно поняла мою реакцию и зачем-то бросилась оправдываться. А может, не оправдываться? Мне сама, в принципе, наплевать на твое мнение, но раз уж ты так важен для Кэтрин, ты можешь меня винить в случившемся, ради бога, не ты первый, не ты последний. А вы действительно виноваты, миссис Винтерс? Осторожно спросил я. Николай, твои родители были шпионами, двойными агентами все угодно. И возможно защищать национальную безопасность и не запачкать руки. То есть это вы их убили? Тебе будет легче, если обвинишь меня во всех смертных грехах. Мне будет легче, если я буду знать правду. У каждого правда своя, истина. Да, единая, однако. Я верю в то, что делают правое дело. Разница лишь в точке зрения. Миссис Винтерс, это все демагогия. Я старался понять, что чувствую теперь. Чувствую, прочитав документы химицу. Но не нашел в душе никакого нового отклика. Похоже, страшная правда мне была уже давно известна. Немножко напоминает историю с этим старым черепашком. Человек-паук 24-го года выпуска. И помнится, в самом первом фильме. Хотя нет, там до него еще были какие-то, но... Он такой первый, который я смотрел. 1994 года выпуска. Самая популярная среди всех среди фанатов. И там, в общем-то, какие-то серии даже, по-моему, Питер Паркер отправлялся в Россию, там. Ясно было история, по-моему, с Капитаном Америкой, затем вот с черепом. Какие-то серии там, где, помню, выяснилось, что родители у этого Паркера были шпионами, там, двойными агентами, что тоже похоже связано. Распомнил. И дипломат, демагоги, это моя работа. Неожиданно улыбнулась она. Совсем не боитесь. А чего я должна бояться? Ну, все-таки мы тут вдвоем. Не так разыскивает японская разведка. После того, что я только что узнал. Николай, не забывайся. Презрение махмурилась мать Кэтрин. Пусть она и женщина, но у Майкла хорошо получилось вернуть мою самооценку к реальности. Вдруг у меня пистолет за пазухой. И вы даже больше не отпираетесь. А это поможет? Если ты для себя уже все решил, то какой смысл тебя переубеждать? Тогда мне здесь больше нечего делать. Я тебя не держу. Когда она вот так ставила вопрос, уходить действительно не хотелось. Потому что за дверью неизвестность, а в этой гостиной всего лишь верхи прошлого, которые уже не знают. Миссис Винтерс, вам не кажется, что вы все-таки мне кое-что должны после всего, что случилось? Если бы вы тогда не узли, Кэтрин, то уже могли бы забыть бабушку. Мы почти не обсуждали времени с Кэтрин, мне было просто тяжело говорить об этом. Что касается ее матери, вот спасибо, еще счастья жизни не хватало. Да, конечно. Сценарий, конечно. То есть вы довольны тем, что она потеряла ребенка? Николай, какой смысл сейчас об этом говорить? Вы действительно думаете, что замолчивание проблемы ее решит? У меня нет никаких проблем. Кроме исчезновения Кэтрин, разногласия с Ита и еще множество вещей, которые наверняка существуют. Но я о них не знаю. Радно хмурился я. Николай, кажется, ты собирался уходить. Выгоняете меня? Похоже, задел за живое. Считаю, что ты сам себя выгнал, когда выпустил сюда девчонку Ита. Окей, и что дальше? Я не знаю, что ты будешь делать дальше. Мне это больше не касается. Не то, чтобы касалось когда-то. Я ведь не могу вернуться домой, правда? Думаю, Ита, ты нужен живым. Но не обязательно целым. Спасибо, обнадежили. На самом деле, все-таки казалось, ты немного переборщил. И остаться здесь будет безопаснее. Выставите меня за дверь только за то, что я сказал правду? Хорошо. И что мне не нужно объяснять тебе твои решения? Пожалуй, я не мог ничего сделать. Дыть Шерил Винтерс тоже идея так себе. Что же, тогда до свидания. Просил я напоследок и вышел из квартиры. А итак, теперь все мосты сожжены и отступать дальше некуда. Так я совершенно не винил себя в содеянное. Мать Кэтрин все равно невольно торвалась рассказывать неправду. Искать Кэтрин она будет без меня. Так что я все равно ничем не могу помочь. Но сидеть сложа руки в полной неизвестности, надеясь только на других, было невыносимо. К тому же мне больше некуда идти.
саксофон, я позвонил Майклу. В этот раз он взял трубку. Алло? Его телефон могли бы прослушивать, так что я говорил осторожно. Это я. Все полетело к частям собачьим. И не могу вернуться домой. Хорошо, вечером в 10. Один на то место, где вы раньше встречались с Кэтрин. Очень удачно, что он вспомнил об этом. И очень хорошо, что я все-таки ему тогда рассказал. Понял. Я повесил трубку и пропустил от телефонной будки по весь дух. Словно тех 5 секунд, что продлился разговор, японцам было достаточно, чтобы вычислить. До 10 вечера оставалось еще слишком много времени, которое к тому же тянулось предательски медленно. Казалось, что я прошел уже половину Токио, медная стрелка не успела сделать и одного оборота. Как же быстро в моей жизни друзья превращаются в врагов, а потом вновь становятся друзьями. И имеются у Майкла, в какой-то степени даже Шерил Винтерс. Шарахаясь одного человека к другому в поисках помощи, поддержки или хотя бы банального понимания. Неужели для меня не имеет значения, что именно, как этот человек говорит то, что мне хочется слышать? А существуют ли вообще принципы, которые важнее жизни? Я могу сколько угодно обижаться на Майкла или миссис Винтерс, но если они в состоянии не мне помочь... Однако я все равно впустил Химюцу и выслушал ее, и из-за этого поссорился с матью Кэтрин. Получается, связь с Химюцу оказалась сильнее переживаний за Катю, ведь я прекрасно понимал, чем это может закончиться. Первый день октября в Токио выдался с невероятным осенним. Очень холодным, но сырым и пасмурным. В воздухе ощущался тот самый аромат мокрой листвы, который бывает только пару недель в году. Уже скоро дожди смоют последние запахи лета. Точнее, заморозки отберут у земли все тепло, и пушкинская осень вместо осени тепчего. Чем лечится пушкинская осень от осени тепчего? Я продался за деревом битый час, выбрав место, с которого хорошо просматривалась дорожка. Наверное, такие предосторожности были излишними, но лучше все равно перестраховаться. В начале 11-го в тусклом свете фонарей показалась одинокая фигура Майкла. Он шел не спеша, словно совершал вечерний променад. За тобой не было хвоста? Когда он приблизился, я вышел из-за дерева. Майкл вздрогнул. Кажется, нет. Кажется, или не было. Я не работаю в ЦРУ, чтобы быть уверенным в таких вещах. А кое-кто работает. Я вкратце рассказал ему, что произошло вчера и сегодня. Ты не знал? Нет, ответил Майкл не сразу, но при этом особенно удивленным не выглядел. Ну как у тебя продвигается с Элли? Похоже, к нам все-таки начали относиться всерьез. Да нам так резануло по уху, что я невольно скривил лицо, как от кислого лимона. Чувствовалось ты там что-то от подлинного желания быть причастным к чему-то большему, чем ты сам. Как мелкий воришка вдруг ощущает безнаказанность, когда ступает в банду. Неужели? Получил ответ от Кабаяши Джуна. Он просил некоторое время подумать. Как у тебя все складно получается. Но это еще не самое главное. Он вдруг улыбнулся и заговорил быстро, девчиво и таким тоном, как будто рассказывал про выигрыш в лотерею. Я узнал, где держит Кэтрин, и мы с тобой ее спасем. Он перекинул через плечо большую черную сумку, на которую я сразу не обратил внимания. Подожди-ка, подожди, махал я руками. Как это ты так просто смог выяснить, где она? Никто не говорил, что это было просто. Но мой отец тоже не последний человек. Вокруг меня продолжали происходить события, которых я не понимал. Более того, я даже с трудом верил в саму возможность, самого того, что все это происходит на самом деле. Кажется, он собирался шантажировать Кабаяши, чтобы добиться каких-то своих целей. Зачем мог это? Скажем так, наши интересы совпали. Ох, не к добру это все, подсказывал голос разума. Но тормоза давно отказали, я летел по крутому склону вниз, надеясь, за очередным поворотом меня не ждет обрыв. Как удобно. Ну ладно, рассказывай. Кэтрин держались на заброшенном складе на окраине города. Информации Майкла сохраняли ее слабо, потому что гостей никто не ждал. В трубке оказались черные водолазки, балаклава, монтировка, фонари, моток веревки. Зачем? И даже газовый пистолет. Балаклава вспоминается, монтировки сразу вспоминается еще на дома аниме. И главный герой был каким-то там обычным школьником, днем, а ночью просился какого-то там очень такого. Защитника справедливости, конечно, не как Шейра, но и или кого-то. Который, в общем-то, тоже надевал балаклаву, чтобы его не узнали. И монтировка там, в общем, всякие бандиты, бандиков всяких, в общем, этих байкеров, плохих бил.
называется это восхождение к те... восхождение в тени. В самом итоге. Там довольно необычно было. Потому что после первой серии он там, в общем-то, неожиданно что-то вдруг бросился под грузовик, в общем, иссякая и переродился где-то в другом мире. Странное такое произведение, конечно. Довольно. Я, конечно, согласен, что лучше подготовиться сразу к лучшему, но ствол... Майкл, черт возьми, откуда? Отец хранит в столе на всякий случай. Каждой секундой, происходящей со мной, все меньше напоминало привычную реальность. Но это все-таки шанс спасти Гэтрин, пусть и безрассудный. Хорошо, а что потом? Мы спрячемся у меня в квартире. Похоже, корпорация и японская разведка не знают о моем участии. Значит, там пока безопасно. Мы, это я и я тоже. Он на мгновение нахмурился. Да, конечно. Но я не хочу, чтобы у тебя возникли неправильные идеи. Я помогаю Кэтрин, а не тебе. Я уже вообще боюсь загадывать. Ты как будто сомневаешься. Странно, что не сомневаешься ты. Одно дело секция айкидо или чему-то там учился, но это... Майкл, Кэтрин не станет лучше, если нас пристрелит. Я могу пойти один, но вдвоем у нас больше шансов. Ноль, умноженный на ноль, все равно ноль. Проворчал я и взял у него из рук водолазку. Она оказалась сговата в плечах, а рукава зато были слишком длинными. Мы добрались до нужного района на такси, весь путь проведя молчание. Я безотрывно пялился в окно, не в силах отделаться от ощущения, что поступаю неправильно. Майкл же внимательно изучил схему территории, печатанную на огромном листе, который в разложенном виде занимал все заднее сиденье машины. Нет, спасение Кэтрин это не единственное, что было для меня важно, но наш замысел казался безумием. Словно я шел по доске, а в спину тыкали острым шваги. Внизу в воде акулы, позади сотни разоренных пиратов. Какой выбор и не сделаем, не конец. В первом случае оставался хотя бы шанс, что акулы уже плотно позавтракали. Ну, знакомый склад, это уж интересно. По-моему, как раз в этом же... А, ну, отлично, конечно, там кое-что... По зеленой руте. Да. Бля, будет не. Будет же не так сильно, ну, новинку. Ладно. В общем, можно сказать так, что в каком-то руте, в общем-то, по зеленому узнаем потом. В этом складе как раз вот уже какое-то определенное событие будет подобно происходить событие, что там уже будет завязано Элли. Кажется, в этом районе Токио раньше был завод, но его забросили. И ночью окрестности больше напомнили кладбище. Вот какой-то еще блюз к нему, как будто. Ну, вот дед Жуди какой-то. Так. Похоже, склад, по-моему, похоже, был в том же аниме, это... Ты не в тени, в первой серии, там какой-то... Ребенка, по-моему, более богатую бандиту, в общем, взяли заложники, чтобы потом требовать выкупу у родителей. И как раз вот парень, главный герой, в общем-то, его итоге спас там. Носил тоже балаклаву, эту монтировку, в общем, с тем бандюками разбирался. И закончился тем. И потом вообще этот аниме переросло какой-то там истыкай уже. Неожиданно довольно. Я думал, что будет обычный просто, но... Офигенность, конечно, но... Такого даже не ожидалось, что будет. Чего такое довольно необычное. Очень большие у них машины кладбища, наступающие после индустриальной эпохи. К тому же на километре вокруг как будто и не было ни единой живой души. У нас крыло за тучи, и тишина стояла страшная. Та тишина, которую не разорвет ни малейший шорох. Тишина тысячелетнего склепа под готическим собором, молчание мертвых, многовековое безмолвие, способное впитать любой звук. Мы прошли по территории около километра, когда наконец Майкл остановился и указал на большое строение, заросшее плющом. Внутри... Было так же тихо и темно, как снаружи. «Ты уверен?» — шепотом просил я. «Если верить карте». Он попытался вновь развернуть план, но я остановил его. «Ну ладно, как мы попадем внутрь? И через парадные ворота ведь». К тому же они казались намертво закрытыми. Майкл задумался, а я подошел поближе и прищурился, стараясь разглядеть хоть что-то непроглядное ночи. «Смотри, в тени здания заметил небольшую дверь. Давай попробуем». Она отъезжала в сторону на колесиках, которые давно заржавели при малейшем усилии и издавали страшный скрежет. «Да тихо ты!» – шипела меня Майкл. «Если ты не прихватил с собой смазку, то не вижу других вариантов. Подожди-ка, помоги.
Он попытался поднять дверь с одной стороны. Я понял его задумку и ухватился с другой. Это что дверь на самом деле-то? Нашли. Теперь нам удалось немного отодвинуть дверь в сторону, и образовался проход в узкий, вполне достаточный, чтобы пролезть внутрь. Узкий проход. Мы стояли тяжело дыша и смотрели друг на друга, слушая в тишину заброшенного склада. Значит, если даже там кто-то есть, то нас, похоже, не заметили. Майкл кивнул. Или просто сделали вид, чтобы заманить ловушку. И помедлил некоторое еще время и решительно протиснулся в проем. Внутри было еще темнее, чем на улице, и понадобилось некоторое время, чтобы глаза привыкли. Использовать фонари было неразумно, но как искать Кэтрин в этом огромном помещении? А, не с Кэтрин, точно же. Понятно, когда не видно даже что под ногами. Ну да, огромные. Сейчас вспоминается сразу такие же похожие склады, которые были еще в играх, в игре там Dying Light. Ходил сам на некоторые посещать там. Похоже что-то, мне кажется. Похоже сооружение по виду. Эти склады, которые были в Dying Light. Так что похоже большие были. Немножко напоминают очень сильно. Dying Light. Zombie Detection. Да, в жанре. Так. И сделал несколько неуверенных шагов вперед и замер, наткнувшись на какой-то ящик. Майкл шел сзади, след, и когда я остановился, уперся мне в спину. Что такое? Тут тьма такая, хоть глаз выколи. Тут так, включи фонарь. Включи фонарь. Предразнил я его. Чтобы нас увидели. Ник? Послышался совсем рядом знакомый голос. Скорее, даже шепот. Ник, это ты? Позабыв о всякой осторожности, бросился на звук голоса и нашел Катю, привязанную к массивной железной балке. Сейчас, подожди. И попытался распутать веревки руками, но ничего не получилось. Возьми нож. Я обернулся, сожалел, посмотрел на Майкла, не понимая, что он от меня хочет, но все-таки взял потянутый им швейцарский складной ножик. Когда путы пали, Катя бросился на меня на шею и разрыдалась. Ник, я думала, что умру, думала, они меня убьют. Ну все, все, я пытался успокоить ее, хотя сам дрожал всем телом. А где они? Не знаю, они то приходят, то уходят. Раз в день приносят еду и воду. Рядом с ней действительно валялись несколько маленьких бутылочек с воды и обертка каких-то снеков. Давайте это потом обсудим, сейчас нам надо выбираться, пока они не вернулись. Курить было глупо, можешь встать. И помог Кате подняться и подержал, когда у нее подкосились ноги. Уже не особо заботясь о шуме и свете, мы быстро вышли на улицу и, насколько это возможно, быстро зашагали прочь с заброшенного склада. Так. Так, ладно. Я всего раз или два до этого бывал в квартире Майкла, поэтому относительный порядок в его комнате произвел на меня приятное впечатление. Особенно в сравнении с жилищем киоски. Всю дорогу мне казалось, что прийти сюда было не лучшей идеей. Однако, видя состояние Кэтрин, я понимал, что сейчас самое важное – залечить раны и перегруппироваться. А, батя твой где? Катя легла на кровать и положила на полотенце, смоченное холодной водой. Я примостился рядом, а Майкл сел на стул перед компьютером. Его пару дней не будет дома. Это не ответ. Он решает кое-какие рабочие вопросы. Майкл покосился на Кэтрин, давая мне понять, что об этом при ней лучше не говорить. Непонятно, почему, но пусть так. Тебе полегче? Спросил я. Всю дорогу в такси Катя пребывала в полуобморочном состоянии. Водитель даже поначалу отказывался нас вести, и Майклу пришлось заплатить по двойному тарифу.
Это все твоя чертова Япония. Глаза мои ее не видели. Я тут же вспомнил слова ее матери о том, что Кэтрин сама захотела вернуться, и улыбнулся. Знаешь, кто тебя похитил? Японцы, не поверишь. Кто именно? Кабайша Корпорейшн или разведка? Они не представились. Буркнула она. Я просто возвращался домой, и прямо у самого подъезда кто-то сзади накинул мне шубу на голову. Затолкал в машину. Кэтрин вздрогнула. Что им от меня нужно? Не от тебя, а от твоей матери. Я провел последние несколько дней в ее компании и узнал много нового. На самом деле, не так много, но достаточно. Мама, с ней все в порядке. Более чем я бы сказал, даже слишком в подобной ситуации. Ник, ты же не думаешь? Не думаю, конечно. Я аккуратно взял ее за руку и успел поймать на себе косой взгляд к Майклу. Было в нем много такого, что вселяло опасения. Но чего она, собственно, ожидал? Но я не буду делать вид, что я понимаю ее. Бумаги, которые принесла Кимюцу, конечно, повлияли на мое отношение к миссис Виндерс, но поднимать эту тему сейчас не стоило. В любом случае, мама поможет. Хотелось бы верить, только вот расстались мы с ней сегодня. Не сказать, чтоб тепло. К тому же дома меня ждет Ита. Не хотел я тебя все вот так сразу навываливать. Ита. И Химицу. Чему я даже не удивлена. Вдруг хмыльнулся Кэтрин. Но Химицу в этот раз ни в чем не виновата. Ее даже можно поблагодарить за... Я тоже похватился. В смысле, Ита и так давно сидел за мной. И что же нам теперь делать? Хотя крепче сжал мою руку. Я только собирался ответить, но меня перебил Майкл. На ночь вам безопаснее оставаться здесь. А завтра мне нужно будет встретиться с моим человеком и узнать ответ Кабаяши. Кэтрин непонимающе посмотрел на меня. Майкл проворачивает хитрые схемы воздействия на Кабаяши Корпорейшн. Понимаешь ли, уполнулся я. А тебе тоже очень, благодарна. Кэтрин слегка приподнялась на ногтях, повернула голову в сторону Майкла, но тут же охнула и вновь повалилась на подушку. Да не за что. Сухой, как будто даже с раздражением, ответил он, словно ему пришлось принимать благодарность за тяжелую повинность. Честно говоря, не ожидала, мы ведь совсем не знакомы. Тут же я стиснул ее ладонь. Только благодаря Майклу нам удалось тебя спасти. Мой неестественный, восторженный стон звучал фальшиво. Как удачно, что ты узнал, где они меня держат. И не ловила скепсиса в голосе Кэтрин, но этими словами она вряд ли выражала Майклу полное доверие. Тебе нужно отдохнуть, да, поговорим завтра. Она на секунду убрала полотенце с глаз, посмотрела на меня, но спорить не стала. Хорошо, только не уходи, пожалуйста. Я бросил на Майкла быстрый взгляд и виновато улыбнулся. Он вздохнул и вышел из комнаты, сказав напоследок, вам будем лучше поспать. Ты не веришь ему? Спросил я Катю, когда мы остались вдвоем. Не знаю, можешь назвать это интуицией, но мне кажется, что он преследует какие-то свои интересы. Не то, что кажется. Как минимум, интересы любовные. Ревнуешь? Еще как. Я наклонился и поцеловал ее, на Кэтрин тоже застонал. Ой-ой, не надо, голова болит. Прости, что же нам делать дальше? У Майкла есть фотографии внучки Кабаяши Джуна, председателя Кабаяши Корпорейшн. Фотографии, на которых она покупает наркотики. И с помощью них он пытается добиться того, чтобы от тебя отстали. Зачем нам она нам помогает? Ой, он нам точнее помогает ему. Хороший вопрос. Хотя я бы скорее сформулировал его по-другому. Почему бы ему не присвоить себе все лавры? Зачем здесь я? Однако к этому сейчас нужно было отдохнуть. Я посплю, но не знаю, на полу, например. Ложись рядом. Она попыталась легонько потянуть меня к себе. Я сомневаюсь, что этот подрум вообще-то на двоих. Хочешь проверить? Игорь спросила Катя. У тебя же голова болит. Цитоцин действует как обезболивающий. И что? И такой гадости нахваталось. А вдруг я собираюсь поступать в медицинскую школу? А ты собираешься? А вдруг? И он их посылал ее, но в этот раз Катя ответила на поцелуй. Знаешь, когда мама сказала, что ей по работе опять придется ехать в Японию, я могла остаться с бабушкой в Америке. Знаю. Не подумав, ляпнул я. Откуда? Катрин вдруг натолкнула меня. Ну, твоя мама сказала. Интересно, не похоже на нее. Вдруг она наконец поверила в нашу любовь. Ну да, конечно, улыбнулась она. Насчет твоей мамы, раз уж мы стали не столько откровенными, я все же решил не откладывать тяжелый разговор в долгий ящик. Пусть я не понимаю ее кажущейся кажущееся бездействием. После того похищения, то это еще не преступление и наказание Достоевского. Я узнал к тому же, что она, возможно, причастна к смерти моих родителей. Откуда узнал?
Скажем так, ознакомился с некоторыми доказательствами. Какими? Достаточными, Катя. Я сомневаюсь, что ЦРУ есть официальная форма, которую необходимо заполнить и завизировать для убийства человека. Конечно, я согласна, что мама не святая, но... Она вдруг замолчала и отвернулась к стене. Теперь я уже не знаю, кому верить. Когда меня схватили, я думала, что умру. На том складе сколько прошло времени? Наверное, около недели. А мне показалось, что целая жизнь. Когда ты не знаешь, что с тобой случится в следующую минуту... Петра заплакала, я лег рядом и обнял ее. Ты говоришь, неделя. Этого ведь достаточно, чтобы сойти с ума. И не знал, что ответить. Наверное, этого достаточно, чтобы оглянуться на свою жизнь и понять, какие ошибки ты совершала. Ты ничем не виновата. Нет, я виновата. Хотя бы в нерешительности и малодушии. Я ведь сделаю вид, что такая вся из себя серьезная и взрослая, а самый важный момент просто струсила и позволила мне маме решать за меня. Хотя если ты опять про беременность, то тебе ничем не меню. Но я виню себя, мне было стыдно, понимаешь? Я вернулся в Японию и не видела в твоих глазах невинной ненависти. Так, пойди-ка. Не увидела. Ты ведь просто не знал, потому что не читал это письмо. Но я так погрязла в самобичевании, что не смогла адекватно среагировать. Понимаешь, я ведь вернулась, чтобы взойти на эшафот, чтобы принять заслуженное наказание, а ведь день казни его палача случился в выходной. Я не готова была жить дальше с этим чувством вины, ведь как избавление... Не ждала того дня, когда ты плюнешь мне в лицо и скажешь, что знать меня не желаешь. Вот так. Ибо никогда так. Вот, и вот, когда я оказался на волосок от смерти, связанный в одиночестве, я отчаянно захотела жить. Разве я служила своими поступками второй шанс? Конечно. Я крепче обнял ее так сильно, что Кэтрин даже тонко вздохнула. Да. Нашла, что переживать, Катя. Помните тоже Face Night? В руте с Сакурой там, что будет происходить? Сакурой самой. Что там натворил-то? А, это еще цветочки. Если сравнить с Сакурой и с Матой и с Фейтенейт. А чем переливать-то? Так, не надо, я такая грязная, не была в душе целую вечность. И все равно. Ник, если бы мы могли начать все сначала, забыв последние два года. Как будто только что познакомились. Ты будешь неумело шутить, а я буду делать вид, что мне совсем не интересно. Но разве мы можем? Разве я достойна прощения? Но ведь забывать не обязательно. Мы оставим прошлое в прошлом и будем двигаться вперед. Через 10 лет оглянемся назад и посмеемся над тем, какими глупыми были. 10 лет. Ник, ты уверен? И никогда ни в чем не был уверен сильнее. Мои руки уже давно зажили собственной жизнью и расстегнул низко пуговицу у нее на блузке. А Майкл не будет против? Плевать на него и на Майкл. Но мне жалко. Так он. Не потому, что он тезка. Вот такая вот. Кэтрин заснула и практически перестала дышать. Я прижал с ухом ее груди, и только тогда разошел слабое биение сердца. Кровать была действительно маловато, для двоих мне пришлось вжаться в стену, чтобы Кате было удобно спать. В ней душе я хотел верить, что мы снова будем вместе, но даже в самых смелых мечтах не надеялся на такую откровенность и близость. Но этой концовке точно ничего хорошего не будет, так что плохая концовка. Третья. Что это будет потом? Здесь где даже довольно необычно, здесь много довольно концовок придумали эти разработчики. Не ожидал. По-моему, в бесконечном лете там, по-моему, было даже меньше. По две концовки, на плохая, на хорошая. Здесь как бы столько, 4 у каждого. Но здесь, конечно, этих арк-то меньше, персонажей меньше. Там в бесконечном лете, по-моему, было даже больше. 5, что ли. Или больше еще. И так. По-моему, даже 5. Ну да, точно больше было. Так. Только сейчас заметил, что там на компьютере что-то там происходит даже. Такую анимацию, не знаю, это редко бывает. На волках ты увидишь мелочи приятные. Какие-то... Не просто это просто такой это фон, на котором ничего не происходит, а где-то анимация какая-то есть даже. Мигает. Компьютер довольно такой интересный, необычный такой, в то время-то. Персональный компьютер. Ну, монитор такой пузатый. Называет там. Не ЖК. Да, плюс ему дам, то, что впервые этот момент нам показали тут обстановку этой комнаты этого Майкла. Смотри, это еще интересно, можно здесь полюбоваться всякими милыми мелочами. Здесь изображено интересного. Картины какие-то
Карту. Карты. Низко. Номера каких-то. Телевизор тут. Фотография какая-то. Кто там на ней изображен, мы, конечно, не знаем. Может так предположить. Есть еще какой-то. Погоди, а здесь тут. А, тут еще какая-то не отсылка. Похож немножко на персонажа из этого Скейона. Тоже аниме. Подписку ему на группу ВКонтакте, как раз вот это разработчиков Vet Games. Там, по-моему, в общем-то, главное, в общем-то, это, ну, как его зовут, Риту Тайнякова, или как там зовут. Какой-то псевдоним этого, в общем-то, автора. Не знаю, правильно там. Или нет. У него, по-моему, на логотипе как раз вот персонаж то из этого аниме изображен. По-моему, как раз этот персонаж именно. Который, по-моему, на этой вот фотографии. Не знаю, может, это не он, может, я перепутал. Здесь, может быть, отсылки есть именно. Другую на, ну, на всякие на другие произведения в японские культуры. Кмер был в том же бесконечном лете. Там был, по-моему, отсылка и на два часа кадры, и на Евангелион даже, и на что-то еще, я точно не помню уже. Не то ли не только на это, но и на советскую там тоже такие произведения. Конечно же, естественно. Потому что здесь действие этой новеллы происходит в советском лагере, там довольно интересная такая тематика, сеттинг. Необычный. Из-за чего, наверное, новелла многим полюбилась, конечно. Несмотря на всякие, ну, мелочи, огрехи, наверное, сюжете, еще все. Некоторые еще другие недостатки есть, определенные все равно. Ну и эта новелла тоже не шедевр, но довольно неплохая такая. Стоит, ну, хотя бы один раз почитать точно. Хотя, конечно, может быть, весит и немножко. Это самому герою немножко не очень понравится, да. Герой, конечно, да, не очень такой. По сравнению с этим, как его звали это, из бесконечного лета там. Семен, что ли? По сравнению с Семеном, то здесь даже, может, похуже ситуация. С главным героем-то. В этом мой виду мыслях входящим. Так, сегодняшний день понял наши отношения на такой уровень, что, казалось, уже никто ничто не сможет помешать нашей любви. Так, и, да, немножко посмотрели, но ладно, хватит. Так, у нас по времени что там еще? А, я уже забыл даже сколько. Так, 2.10.1987 года. Я уже забыл, сколько мне это время прошло-то. Примерно. Так, ночью оторвал небольшой клочок бумаги и аккуратно положил его на ручку двери. Утром он оказался на полу. Конечно, достаточно легкого дуновения ветерка, но от мысли, что Майкла подглядывал за тем, как мы спим, меня передернуло. Естественно, он не мог не слышать. Мы занимаемся сексом, но все же это разные вещи. Хотя, как ни посмотри, ситуация странная, и в чем это даже глупая. Петра безмятежно спала, а кое-как выбрался из объятий и вышел из комнаты. Однако Майкла нигде не было. На видном месте лежала записка, он сообщал, что у него дела, вернется они только вечером. Просил ни о чем не волноваться и никуда не уходить. Одно дело миссис Винтерс, она все-таки СРУ, но Майкл... Я вдруг почувствовал себя западнее, как будто начал задыхаться. Да, мы снова миссис Катя, но весь остальной мир против нас. Это странные мысли. Почему мне против него весь мир, весь остальной это? Или... Ладно. Боба 6 мира, мы на него насрать. Что там с ним происходит? Они против. Бывает в реальности. Я смотрел на то, как Этрин спит и не мог оторваться. Часы показали полдень, когда он наконец открыл глаза. Сколько времени? 12. А какой сейчас год? Я улыбнулся и погладил ее по голове. Есть хочешь? Майкла нет, но у него на кухне запасы, например, не пример моим. А где он? Опинулась она. Написал, что ушел по делам. И показал записку. Катрин быстро пробежала по ее глазами и бросила в сторону. Не нравится мне все это. Но он ведь не должен сидеть и сторожить нас, верно? Не знаю даже, кого я больше пытался успокоить, Катрин или себя. Ник, он меня пугает. Катерина встала и оделась. Я уже собирался было что-то сказать, возразить, но не нашел подходящих слов. Ну, может, она и права. Там Майкл меня не пугал, но он не мог действительно действовать в одиночку. За ним явно кто-то стоял. Этот факт вызвал обоснованные опасения. Ты правда думаешь, что нам стоит здесь оставаться? Ну, а куда мы пойдем? У меня... Я достал из кармана несколько смятых купюр и показал Кэтрин. Вот то, что у меня осталось. Если ты не захватил с собой бумажник... Но Каризина посмотрела на меня. Извини, я уже говорила, мама всегда поможет. Подожди.
Она грозно подняла указательный палец вверх, я тоже замолчал, хотя уже собирался возразить. Я признаю, что ты имеешь причину не доверять ей, но разве у нас сейчас есть выбор? Хороший выбор между Сциллой и Харибдой. Хорошее сравнение. Ник, мне неприятно, что ты так демонизируешь мою маму. Сцилла и Харибда это у нас, по-моему, были те. Не знаю, почему нет сноски какой-то. Может, кто-то не знает, что я такие персонажи-то. Ну, это даже не персонажи, а просто монстры, которые встречались, по-моему, на пути к дому, к Итаке, этому Одиссею, пока он там пытался вернуться домой. Ему там постоянно мешал бог Посейдон, которого там прогневал. Вот, по этой причине. И вот тот постоянно мешал ему, не давал ему вернуться домой. Он там долгие годы плыл, плавал, в общем, где-то. Всякие приключения встречал, то вот этого, побывал у этого циклопа, то там какой-то там, по-моему, этой богини или как-то. Ну, забыл уже там. Было приключение, где он там этот... В общем, его на эти, как сказать, напарники, кто с ним плыл-то, превратились в некоторых свиньи, свиней он пытался там, и он даже что ли, я не помню точно, ну в общем, Сцилла и Харибда, эти монстры такие, были довольно опасные, не знаю, странно, конечно, сравнение, не настолько прям равноценные. Демонизирую, усмехнулся я. Да, после того, что принесла Химицу, тут же спохватился. Я так и не смогу держать язык за зубами. Хотя это и было ожидаемо. Кто принесла Химицу? Тут же оживилась Кэтрин. Кстати, а дело ведь не совсем в ней. Дело ведь совсем не в ней. Те документы, о которых вчера я говорил, их ведь Химицу не могла сама напечатать. Да что бы она ни сказала, ты будешь вокруг прыгать собачонкой, веля хвостом. Извини, что потратил твое время, а сейчас мне пора возвращаться на тот склад. Ее слова звучали как шутка, но говорила Кэтрин с серьезным тоном. Она попыталась выйти из комнаты, но я загородил дверь. «Пусти. Ты не хочешь слушать ничего против своей матери, но обидишься при любом упоминании Химицу? Разве это справедливо?» А никто не говорил, что жизнь должна быть всегда справедливой. Она попыталась протиснуться за дверь боком, а когда у нее не получилось, принялась колотить кулаками мне в грудь. Не так, чтобы очень сильно, но очень упорно. И капля камень точит. В итоге мне пришлось схватить Кэтрин за руки. Катя, ну прекрати ты, пожалуйста. Нам сейчас только рассориться не хватало. Но вдруг остановилась и безвольно повисла в моих объятиях. Ник, я просто боюсь. Безумно боюсь неизвестности. Что с нами будет дальше? Мы вместе, а это самое главное. От затасканности этой фразы становилось только горше, но Кэтрин прижалась ко мне еще крепче. Клише, точнее. Первости фразы. Это называется фраза, которая, наверное, часто встречается. Очень часто люблю применять. Иногда кажется, что это сон. Я в любую секунду готова проснуться и снова оказаться одна. Просто не умею быть счастливой, прости. И тут я понял, что наши отношения как будто начались заново. За прошедшие 2 года мы оба многое пережили, каждый по-своему. Раньше я совсем не старался узнать Кэтрин поближе, понять, что она думает и чувствует, чему стремится, что любит, что ненавидит. Я лишь упивался своим отражением в ней, принимал ее любовь как должное, непреложную истину и неизменную данность. Я никогда не думал, что значило наше расставание для нее, а только утопал жалости к себе, как будто страдал только я один. Знаешь, наверное, мы бы натворили достаточно дел. Я все равно доверяю маме. А я все равно считаю, что для нее смерть оправдывает средства. Кэтрин вдруг рассмеялась и уткнулась мне в плечо. Мы ведь можем просто уехать и начать новую жизнь. Надо берет, а денег должно хватить. Хотим работу, в конце концов, самую простую, где не нужен опыт и образование. Накопим денег, а потом уедем из этой страны, где сами случаются одни несчастья. Я ведь здесь прожил большую часть жизни. Для меня домом скорее является Япония, чем СССР. Это не важно. Дом там, где сердце, а мое сердце с тобой. Этот раз шаблон не отдавал фальшу. Шаблон. Ну, шаблон, да, мили клише. Это ведь возможно, правда? Надо только захотеть. Честно говоря, я даже не был уверен, что пара смятых купюр хватит на билеты. Железные дороги Японии не назовешь дешевыми. Однако так хотелось погрузиться вместе с Кэтрин в эти сладостные мечты, что я уступил. Конечно, да и не так долго придется копить. Можно на шлюпке уплыть в Китай, а там же что-нибудь придумаем с паспортами. Главное отказаться там, где нас не достанут ни японцы, ни сторонние КГБ. Где такое место вообще существует на планете Земля? Мы же через год будем вместе смеяться над этим. Потягиваю коктейль или уже в шезлонге. Вдруг в гостиной звонил телефон. Он взял такую трубку, а там отвечает слон. Я замер,
Сердце словно остановилось, а непривычный электронный звук разносился по всей квартире, заглядывая каждый уголок, словно красные выискивали, прятавшиеся под поле семью кулака. Так, думаю, на моменте мы закончим. Кто там звонил? В следующем новом эпизоде у нас продолжается долгий тернистый путь к третьей концовке. Почти что самой лучшей, наверное, концовке этой арки. Вот. Возможно, следующая серия закончится, может быть и нет. Может быть, еще будет одна. Минимум. Даже, наверное, как максимум, мне кажется, все-таки еще либо один эпизод еще будут, и все. Так, в общем, это все. Если видео понравится, поставьте лайк. Также оставляйте свои комментарии. Только лишь конструктивную критику, оскорбление на этом. Все, с вами был Михаил, дорогие зрители, подписчики моего канала. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. До скорых встреч.